Всем привет, с вами Серега, и сегодня мы будем делать вот такие вот наушники-пули. Вот так вот они у нас выглядят. Ну и для этого нам потребуются абсолютно любые наушники. Я взял такие вот вакуумники. И еще нам потребуются две маленькие гильзы по 9 мм. Ну и первым делом нам необходимо будет отсоединить половинки от наушников. Делаем это мы вот по этому шву. То есть отделяем вот эту вот часть здесь. И здесь отделяем вот эту вот. Делать это мы будем все с помощью очень тонкого ножа. Вот, вот так вот мы отделяем. Получается у нас вот такая вот штука. Ну и теперь осталось отделить только вот этот вот наушник. В наших 9-миллиметровых гильзах нам необходимо сделать небольшие отверстия. Примерно вот здесь одно и вот здесь. Получились вот такие вот небольшие отверстия. Ну и теперь осталось только вытащить вот эти вот пластиковые наушники, вставить провод в это отверстие, вывести его отсюда, и вот здесь уже, соответственно, мы припаяем наши динамики вот так вот. Ну и останется их потом только приклеить. Ну и теперь мы это все очень аккуратненько припаиваем. И вот так вот мы припаиваем второй наушник. Осталось самое последнее, это сделать вот здесь небольшой узел, чтобы наши провода, если их вдруг дернут, чтобы они у нас не оторвались. Ну и еще, конечно же, нам необходимо будет это все приклеить. То есть вот так вот это мы все приклеим и уже будем их испытывать. Ну вот, вот такие вот у нас замечательные получились наушники-пули. Вот, вот так вот они у нас выглядят. Давайте включим их и проверим. Они отлично играют и работают. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. С вами был Серега. Всем пока!